Для выполнения облета важно научиться достигать максимальной амплитуды при движении вокруг пилона. В качестве упражнения возьмите за пилон ближней рукой и начните двигаться вокруг. Постепенно переходите от простых шагов к прыжкам, увеличивая их длину. Думайте о том, что ваша энергия направляется не вокруг пилона, а от него. Старайтесь двигаться не вперед, а как будто немного в сторону. Во время выполнения облета ваш корпус должен находиться максимально далеко от пилона. Особенно если вы только начинаете тренировать этот элемент, старайтесь увеличивать это расстояние. Альтернативное выполнение облета, когда бедра поднимаются высоко наверх, затруднит выход в стойку, так как, поднявшись так высоко, они быстро опустятся вниз, и вам придется снова поднимать их наверх, для чего потребуется намного больше силы. Посмотрите еще раз правильное положение корпуса. Нижняя рука ставится на пилон в положении упор в тот момент, когда корпус совершит облет примерно на 180 градусов, и пилон окажется с противоположного бока. Поставив руку на пилон, попробуйте удержать бедра наверху, оставаясь сбоку от пилона в положении складки. Для того, чтобы запомнить правильное движение ног и привыкнуть к вращению в положении стойки, рекомендуется тренировать выход в стойку в движении. Для этого возьмите за пилон ближней рукой, затем, начиная с дальней от пилона ноги, сделайте три шага – вперед, назад и в сторону. Во время выполнения последнего шага поставьте вторую руку на пилон в положении упор и сделайте замах свободной ногой по направлению назад и наверх. Хороший замах ногой позволит вам закрутиться в положении стойки. По желанию, вы можете сделать больше шагов вокруг пилона до выхода в стойку, не забывая о траектории трех последних шагов. Выполните облет вокруг пилона. Когда пилон окажется сбоку, поставьте нижнюю руку в положение упор. Затем коснитесь внутренней ногой пола, оттолкнитесь от него и одновременно сделайте замах другой ногой по направлению назад и наверх. Выйдите в стойку и попробуйте удержаться в стойке, сохраняя вращение. Теперь попробуйте сделать все то же самое, не касаясь ногой пола. Удерживайте положение складки до тех пор, пока нижняя рука не окажется в положении упор. Затем разверните грудь в потолок, подтяните колени к груди и выйдите в стойку.